Дорогие друзья, мы планируем проведение вебинара, на котором поговорим о коронавирусе и об иммунитете. Как повысить иммунитет простым и доступным способом и не заболеть? Поговорим о нашем дыхании. Как дыхание влияет на иммунитет и делает организм невосприимчивым к коронавирусу? Вспомним, что 30-40 лет назад проводились исследования о влиянии дыхания на иммунитет. Исследования показали, что дети, например, практикующие дыхание по Бутейко, переставали болеть вирусными и простудными заболеваниями. Это первый Московский медицинский государственный университет имени Сеченова. В эпидемию гриппа ребенок, который умеет дышать по Бутейко, один из всего класса не болеет и ходит в школу. Другие исследования, не менее интересные, показали влияние дыхания на состав и активность микробной флоры на коже человека. Это фантастика. Обсудим, кто обязательно заболеет коронавирусом, а кто никогда не заболеет. Разберем, почему кто-то болеет легко, а у кого-то заболевание протекает в тяжелой критической форме. Обсудим, как удержать заболевание в легкой форме. Почему первые дни болезни самые важные? Почему именно в первые дни решается, как потечет заболевание? В легкой или в тяжелой форме? Как не допустить переход в тяжелую форму? Также разберем вопросы. Если заболел, как не допустить острую диффузную пневмонию и не довести дело до искусственной вентиляции легких? В каких случаях искусственная вентиляция легких становится смертельно опасной? Мы сегодня наблюдаем удивительный феномен. 80% смертности на искусственной вентиляции легких. И в Нью-Йорке, в Америке, и в Москве, в коммунарке один и тот же процент гибели пациентов. 87%. Это значит, из 10 пациентов 1-2 остаются в живых. Как обеспечить реальную помощь от искусственной вентиляции легких, а не смертельный исход? И в чем здесь секрет такой высокой гибели пациентов, больных COVID-19? Ну и самое главное – профилактика заболеваемости. Ее секрет не в масках и в перчатках, а совсем в другом. Вебинар будет проводиться на русском языке с переводом на английский. Вебинар проводится по инициативе наших американских партнеров, поэтому регистрация проводится на их сайте по указанной ниже ссылке. Вебинар платный. Стоимость участия примерно 2000 рублей. Надо оплачивать администрирование, программное обеспечение и услуги перевода. Но знания, которые вы получите, бесценны. Многим эти знания помогут не заболеть, а, возможно, и спасут жизнь. Так что регистрируйтесь, участвуйте, и все будет хорошо. Могу добавить еще вот что. Мне пришлось познакомиться с методом Бутейко и с самим Константином Павловичем Бутейко в возрасте, когда мне было 9 лет. В то время моя мать болела тяжелой формой бронхиальной астмы и перенесла две клинические смерти в результате тяжелых приступов удушья. Приглашенный для ее лечения Бутейко, глядя на ее тяжелое состояние, сказал мне, 9-летнему ребенку: «Видишь, как глубоко дышит твоя мать? Если сможешь объяснить ей, что она болеет от глубокого дыхания, и объяснишь ей, как убрать это глубокое дыхание, то она выздоровеет». Ну, видимо, я смог. Потому что спустя 2 недели у нее прекратились все приступы удушья навсегда. Так что я практикую метод Бутейко более 50 лет и с удовольствием расскажу вам о таинственных секретах здоровья. Регистрируйтесь.